17 апреля 16 год, Харьков. День одной улицы сегодня в Харькове. Но я прочитал именно сегодня историю одного дома и впечатлился настолько, что решил с оказией здесь поснимать. Улица Культуры 9, дом Слова, построен в 28 году специально для писателя Советского Союза. Харьков был в то время столицей Украины до 34 года, когда столицей Украины стал Киев. Сам дом построен в форме буквы «С» от первой буквы слова. Извиняюсь за тавтологию. Слово. Да, список писателей впечатляет, которые здесь жили. Не только писатели, а люди творческих профессий. Но еще больше меня впечатлило не это, не количество писателей, а количество писателей, которые попали под раздачу. Чтобы было понятно, в доме 60 с чем-то квартир, и за период, по-моему, 10-20 лет с 30-х годов, 33 человека были арестованы, расстреляны, двое покончили с собой, 13 было сослано, репрессировано в лагеря. Дом назывался среди самих писателей как крематорием, так и дом предварительного заключения. В общем, такая вот в любом случае любопытная история, пусть и с привкусом трагическим.